Інститут розвитку креативних технологій і онлайн-програма «Події третього сектору». І я, Сергій Сухобойченко, директор Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. І сьогодні з нами в ефірі Юрій Антощук і Жанна Еберт. І хочу тільки сказати, що сьогоднішню програму підготував Юрій Антощук. Він режисер і сценарист сьогодні. І тому слово Юрію. Спасибо, Сергей. Сегодняшняя тема – это права пациентов в Украине. Тема очень щепетильная, так сказать. Наш фонд работает в сфере вот, защиты прав и в сфере в таком вот медицинском, так сказать. И Жанна Эйберт является главой правления нашего фонда, и одновременно она юрист в сфере медицинского права. Немного о себе Жанна сама расскажет, поэтому, Жанна, слово, пожалуйста, тебе передаю. Спасибо, Юрий. Здравствуйте всем, кто сегодня смотрит это выступление. Хочу рассказать кратко о себе. Я юрист. Последние 6 лет предоставляла юридическую помощь первичную и вторичную уязвимым слоям населения. В эту категорию входили ВИЧ-позитивные люди, люди, больные туберкулезом, наркозависимые люди и малообеспеченные. В последние 1,5 года я узконаправленно занимаюсь медицинским правом. Почему медицинским? Потому что здоровье человека является наивысшей социальной ценностью. И для меня очень интересна эта сфера права. К тому же в нашей области, а также в Украине в целом, не так много специалистов, которые специализируются конкретно в этом направлении. Поэтому фонд избрал одно из направлений именно эту сферу. А я взагалі не чув нічого про вашу тему. І для мене ви такий фахівець. Перший раз бачу і чую. А так, а чим займаєтесь, ну, як фонд? Наш фонд, він вступил уже как год в коалицию по охране здоровья. Это коалиция, одна из 3 коалиций проекта USAID «Право Украина». Если вы это услышали, на нашем сайте есть информация о данном проекте. И сайт, да. Спасибо. В рамках этой коалиции наш фонд предоставляет бесплатную правовую помощь в сфере медицинского права. И также проводит ряд просветительских мероприятий в этом плане. Хочется сказать, что сегодняшняя наша встреча доступна онлайн не только на YouTube, еще доступна на нашем сайте. Можно зайти на страницу, посмотреть в прямом эфире. Также доступно в Google Plus и, ну, на других ресурсах. Данный проект «Події третього сектору» запровадив Институт розвитку креативних технологій та мас-медіа Евпаторія. И мы вернемся к нашим, значит, вопросам. Тема, как бы, вот охрана здоровья и правовые аспекты очень такая щепетильная, поэтому, Жанна, скажи, пожалуйста, кратко, какими законами и нормативно-правовыми актами регулируется охрана здоровья? Спасибо за вопрос. Можно с уверенностью утверждать, что здоровье человека – это его самое большое богатство. Однако на данный момент в силу каких-то социальных, экономических воздействий на нашу жизнь существует достаточно много факторов, которые негативно влияют на состояние нашего здоровья, и рано или поздно каждый человек, независимо от возраста и остальных его социальных статусов, он обращается за помощью в медицинское учреждение. Но стоит отметить, что обращаясь за помощью в медицинское учреждение, а также уже непосредственно во время лечения, многие граждане сталкиваются с нарушением его прав. Иногда даже он и не знает, что его права нарушаются. И он воспринимает все, что с ним происходит в медицинском учреждении, как должное. На сегодня в Украине права пациентов предусмотрены в основном определенными положениями Конституции.
отдельными статьями Гражданского кодекса, законом Украины о правах потребителя Украины. Ну, считаю такой основой всех основ в сфере медицинского права, это все же закон Украины об основах законодательства Украины в сфере о здравоохранении. Также есть международные документы, которые ратифицировала Украина, которые она обязана придерживаться этих положений. Я не буду их всех перечислять, но скажу там о наиболее таких. Это Международная биля правов человека, Европейская хартия прав пациентов, Общая декларация о правах человека. Скажем так, что наши медработники очень часто нарушают эти права, не потому что они такие злостные, нехорошие, а потому что, скорее всего, сами не совсем хорошо понимают свои обязанности и, соответственно, права пациента. А як часто звертаються до вас, ну, самі пацієнти? Чи це потрібно, як сказати? Я вам не можу сказати конкретних статистичних даних, але дуже часто звертаються і через онлайн-консультації, які є у нас на сайті, є така можливість по телефону. Я думав, що це ініціатива, ну, більше фонду, чи ні? Я просто з цим ніколи не зустрічався. Ну, у нас. Я знаю, що Юрій достатньо вже довго займається цим. От, а у нас ні. Я в Євпаторії не чув взагалі такого. Ну, я не знаю, як там в Криму діло з такими пацієнтськими організаціями, але є організації, які теж входять в коаліцію охорони здоров'я. Я можу вам теж дати інформацію в організаціях. А от такий вопрос. Если обращается пациент в больницу, ну, пациент, гражданин Украины в больницу, но не по прописке своей обращается, имеет ли право отказать ему в обслуживании, в лечении? Спасибо за вопрос. Вот, Юрий, вы сказали не пациент, а гражданин. Давайте определимся, что такое пациент вообще изначально. Исходя из закона, пациент – это лицо, которое обратилась за медицинской помощью в медицинское учреждение, или уже лицо, которому непосредственно предоставляется эта помощь, а также лицо, которое привлечено в качестве испытуемого в каких-то клинических испытаниях какого-то лекарственного препарата. Так вот, если пациент обратился, как вы сказали, не по своей прописке, не по месту своей регистрации в лечебное учреждение за такой помощью, это лечебное учреждение не вправе отказать в принятии такого лица, не вправе отказать ему в предоставлении медицинской помощи, так как законом закреплено право человека на свободный выбор врача, лечащего врача, а также выбор лечащего учреждения, но только в том случае, если этот врач или это лечебное учреждение может предоставить такую помощь. Ну, часто, как бы на практике, такого права, во-первых, никто не знает, во-вторых, даже обращаясь и указывая на свое такое право, часто отказывают, потому что говорят, ну нет у нас такого врача, идите, вот у вас есть участок, пожалуйста, идите туда, с этой карточкой, с паспорта, там, проходите лечение, обследование и так далее. А я тільки що показував, що у нас, ну, пряма трансляція, як казав Юрій, йде, ну, усюди. Google+, YouTube, ну і, наприклад, зараз от я показую, видно, да, на екрані? Видно. Видно на екрані, я зараз зроблю перезавантаження екрану. І йде зараз пряма трансляція, на він ще перезавантажується, на вашому сайті благодійний фонд. Так, от, бачите, я зараз... Ну, тобто кожен до нас може приєднатися і до нас у тому ефірі приєднались з Нігерії,
приєднувались з різних вже країн. Білорусія, Нігерія, США, Польща. Тому всі бажаючі можуть приєднатися, навіть з України. Так. Жанна, а ще такий вопрос. Ну, а какие основные вообще права пациентов и обязанности пациентов? Какими правами они обладают и, собственно, какие у них обязанности? Что они должны делать? Ну, первое право пациента, естественно, это право на медицинскую помощь. То есть каждый имеет право на доступность медицинского обслуживания. Медицинские службы, они должны гарантировать доступность такой медицинской помощи без какой-либо дискриминации по расовому признаку, политическим каким-то религиозным убеждениям, по материальному статусу, по какому-то диагнозу. Часто у нас бывает, что ВИЧ-позитивные остаются за гранью предоставления такой медицинской помощи, исходя из ВИЧ-статуса, к сожалению. Потому что медработники, собственно, несут ответственность, в том числе и уголовную, за отказ в предоставлении медицинской помощи. Человек, любой гражданин Украины и иностранный гражданин, который проживает в Украине, имеет право на профилактические какие-то мероприятия, то есть это вакцинация, противоэпидемиологические мероприятия, правоосветительские мероприятия. Право на медицинскую информацию, очень интересное право. Лечащийся человек или обследуемый человек, или человек, который находится на стационарном, амбулаторном, неважно на каком лечении, имеет право доступа к информации о состоянии своего здоровья. То есть он на любом этапе может запросить у врача информацию, он может спокойно ознакомиться с историей болезни, с результатами каких-то исследований, анализов на любом этапе. И такому человеку не имеет права отказать. В том числе, если лечатся дети, то родители или опекуны по закону имеют право затребовать такую информацию, и врачи не имеют права отказать. Только в том случае, конечно, если информация о состоянии здоровья может повредить самому больному, в таком случае врач оценивает и дает эту информацию в таком русле, чтобы она не нанесла вред, и сообщает об этом родным или родителям. А можна питання, да? Або да, цим займаєтесь тільки в рамках грантової діяльності, чи це взагалі? Я хочу одразу сказати, що це не грантова якась діяльність, це діяльність наша уставна, тобто у нас немає ніякого гранта, і ми предоставляємо допомогу абсолютно безплатно, не отримує ніяких грошей за це абсолютно. Ну, це були права. Я еще не закончила с правами. Человек имеет право на тайну своего здоровья, чтобы медработники, которым стало известно о состоянии здоровья, о результатах каких-то такого лечения, они обязаны сохранять это в тайне, не распространять эти результаты. Человек имеет также право на личную неприкасаемость. То есть ни один человек не может поддаваться какому-то жестокому обращению, к какому-то катуванию, на украинском языке, я забыла, как это на русском, к унизительному отношению со стороны медработников. Опять же, вот мне так интересная очень норма права, право на допуск других медработников к пациенту, который пребывает на стационарном лечении. То есть, если вы находитесь на стационарном лечении, вы имеете право, чтобы другой врач предоставил вам консультацию, пришел там, вам тоже. Любой врач, члены, да? Семьи. То есть... Конечно, человек имеет право быть ознакомлен с предоставляемыми ему схемами лечения. То есть он может
выбирать из тех схем лечения, которые предоставляет ему лечебное учреждение, выбирать для себя ту самую необходимую, которая на его усмотрение будет, как по его мнению, считаться эффективным, и, возможно, какие-то денежные тут моменты тоже есть. Поэтому... А то есть человек, например, проживает в одном районе, он знает, что в больнице, которая обслуживает другой район, врач больше подходит, ну, так сказать, для него. Он больше доверяет этому врачу. Он имеет право обратиться в поликлинику другого района. Опять же, я акцентирую на том, что в законе указано, если такой врач или такое лечебное учреждение может предоставить помощь. Если у них есть на это оборудование, какие-то лабораторные ресурсы, специалисты, в конце концов. То есть человек, находящийся на лечении, имеет право на допуск другого врача, на допуск священнослужителя, на допуск других членов семьи. То есть, но в данном случае учитывать то, что есть правила внутреннего распорядка, какие-то свои графики в любых больницах, и человек, должен, который находится на лечении, обязан выполнять предписание и врача, и какие-то правила внутреннего распорядка. То есть там тихий час, ужин, обед, специальное время для посетителей. Вот это является обязанностью пациента. Сохранять материальные ценности больницы, трудовой распорядок, выполнять предписание врача. Собственно, и также согласно закону об основах законодательства Украины о здравоохранении, пациент обязан заботиться о своем здоровье. Обязан заботиться. Обязан, да. А я ще демонструю, що ми ну, в Твіттері теж показуємо нашу пряму трансляцію. Тобто, знову повторюю, YouTube, Google+, Facebook, Twitter і всі ну, сайти, які на WordPress, на Bloggery, вони можуть спокійно транслювати все, що ми тут робимо. І приєднуватись до нас може любий, хто завгодно, хто нас бачить. Дякую. Жанна, еще такой вопрос. Что делать, если пациент ну, недоволен качеством медицинского обслуживания? Угу, я поняла. Ну и так, если вам причинили вред в медицинском учреждении, куда деваться простому украинскому пациенту? Да? Ну, первое, что вы можете сделать, это высказать по возможности грамотно, корректно, лаконично свои претензии заведующему этого отделения. При этом, если в устной беседе не удалось донести до заведующего свои претензии и какие-то наболевшие вопросы, то следует приступать к следующему этапу, к составлению письменного заявления руководителю медицинского учреждения. Письмо это оформляется по общему правилу в двух экземплярах. Один передается через секретаря главному врачу, а на втором экземпляре, который вы оставляете себе, секретарь делает пометку о принятии данного заявления, ставит дату и подпись. И по общему правилу ответ на ваше заявление должно быть вам выдано в течение одного месяца. Ну и в этом заявлении вы коротко и ясно излагаете суть того, что, собственно, вас не устроило, а также ваши предложения по решению этого конфликта. Ну, как бы... Всегда надо ссылаться на достоверные факты, не перегибать палку и не оскорблять, а коротко, корректно и ясно высказать, что тогда-то вы обратились за медицинскую помощью, в ходе этого было то-то, то-то. И ваши как бы, предложения, просьбы в конце. Ну, если это не дало своих результатов, следующий этап – это уже защита в суде. Ну, об этом я думаю, расскажу позже. То есть до суда еще можно решить все на местном уровне, так сказать? Я думаю, что если вы грамотно подадите подобное заявление, все решится на таком уровне лечебных учреждений. До суда дело не дойдет, потому что это не в чьих интересах. Угу.
Так, то часто бывает, что... Я повторю, що сьогодні в ефірі онлайн події третього сектору Жанна Еберт, юрист з медичного права фонду об'єднання Херсонського благодійного, і Юрій Антощук, голова фонду, так, Юрій? Виконавчий директор. Виконавчий директор фонду об'єднання міста Херсон. І це одна з найкращих організацій в Україні, яка займається питаннями паліативної допомоги. Продовжуємо. Спасибо, Сергій. А які взагалі, Жанна, скажи, існують механізми защити нарушених прав, кроме вот, ну, единственное что, это обратиться либо напрямую к главврачу, либо сразу в суд, или есть какие-то... Я думаю, что необходимо изначально обратиться к вышестоящему лицу в том же учебном учреждении, да? И не идти сразу в суд, потому что суд это дело очень серьезное, очень длительное, затратное. Вот такая практика. Что вы можете сделать, если вам причинили вред? Да? Вы, если вам конкретно своей ненадлежащей медицинской помощью или халатностью нанесли вред здоровью вашему, вы имеете право обратиться за защитой своих прав в органы внутренних дел. В ответ на такое ваше обращение, не позднее, чем в 3-дневный срок, органы внутренних дел обязаны принять одно из следующих решений. Это или возбудить уголовное дело, или отказать в возбуждении уголовного дела, или направить ваше заявление по принадлежности. Ну, то же самое, что я говорила, что вы также можете обратиться к вышестоящему лицу, то есть это заведующий, ученец, главврач, или вышестоящий орган медицинского учреждения. В данном случае это будет управление охраны здоровья, соответственно, дальше инстанция Министерства охраны здоровья Украины. То есть можно требовать в случае, если как, из-за халатности врачей или еще каких-то таких вот причин, где виновник, так сказать, является лечащий врач, да, или еще кто-то, медицинский персонал, из-за чего был нанесен ущерб здоровью пациента, можно потребовать возмещения каких-то денежных средств или как? Да, но для этого необходимо будет обратиться в суд, суд первой инстанции. В порядке уголовного производства человек обращается в случае, если пациент стал потерпевшим от предоставления подобной медицинской помощи. И в порядке гражданского производства. Каждый пациент имеет право обратиться за защитой своего права на охрану здоровья, если посчитает, что его право было нарушено. Если рассказать пошагово, то вы подаете иск в суд первой инстанции по местонахождению этого учреждения здравоохранения, то есть той больницы, где ваше право было нарушено, или по месту вашего жительства или места регистрации. Суд длительно, еще раз. Жанна? Ну, таке буває. Іноді це ж все-таки інтернет. І іноді сигнали пропадають. Але все швидко повертається і зараз вроді на місці. Я можу продовжити, да? Да, 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 потому что на минутку ты зависла. Итак, после принятия решения, если оно вас удовлетворило, это все хорошо. Если оно вас не удовлетворило, дальнейшая инстанция апелляционная, то есть вы можете, имеете такое право подать апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции в течение 10 дней. Вы подаете в апелляционный суд через суд первой инстанции. Я думаю, что, возможно, некоторым, кто смотрит это выступление, не совсем понятно. Я рассказываю в общем. Понятное дело, что в подобных случаях лучше обращаться к юристу, составлять грамотно, изначально все шаги обдумывать, и просто от этого будет зависеть решение суда и
вообще ход всего дела. Ну и заканчивая апелляционной инстанцией, начинается кассационная. Если вы не удовлетворены решением апелляционного суда, вы имеете право подать кассационную жалобу в течение 20 дней. Кассационная инстанция является последней, третьей инстанцией в национальном законодательном уровне Украины. Есть, конечно, еще другие механизмы защиты международные, в частности, Европейский суд по правам человека. На сегодняшний день много исков, жалоб, вернее, в Европейском суде по правам человека касательно медицинского права, нарушений прав пациентов. И хочу сказать, что и на национальном уровне уже есть положительные прецеденты, когда дела заканчиваются позитивным решением для пациента. А вот такой вопрос. Вот люди, допустим, посмотрели сейчас видео, поняли, что можно обжаловать, ну, каким-то образом медицинский сотрудник или еще кто-то, медработник, нанес какой-то им ущерб, например, несколько недель назад, да? Вообще, какой вот существует срок давности по делам халатности врачей? Во-первых, надо, конечно, еще доказать, что это является халатностью, что уже, собственно, не очень просто. Но в соответствии с статьей Гражданского кодекса этот срок относится к общим срокам и установлен в 3 года. Однако стоит заметить, что если имеет место требование о возмещении вреда, причиненного увечьем или другим повреждением для здоровья, то здесь срок давности не существует. Но необходимо, чтобы на руках у вас были все доказательства судебной экспертизы. То есть, подавая исковое заявление в суд, вы должны располагать не только устными какими-то своими данными, что вы обращались, но также письменными, желательно, чтобы у вас были на руках все справки, заключения, анализы, свидетели, в конце концов. То есть, если человек пострадал, то он должен будет обратиться в первую очередь куда? К другому какому-то врачу, чтобы тот сделал независимое, так сказать, заключение или как? Нет, это все решается в суде. Назначается судебно-медицинская экспертиза. То есть сразу человеку надо идти к юристу? Человеку изначально, как я сказала, или обращаться в органы внутренних дел с подобным заявлением, и органы внутренних дел возбуждают уголовное дело, или же подавать иск грамотно и предоставлять все доказательства, вовремя ходатайствовать и использовать все свои процессуальные права как истца согласно гражданско-процессуальному кодексу. А я ще демонструю, ну я ще не показував, а Google Plus. Тобто ми вже бачили, що ми транслюємось YouTube, Twitter, Facebook на блогах, і от показую в Google Plus теж. Тобто всі ваші друзі, які є в Фейсбуці, в Твіттері, Google Plus, всі можуть бачити нас і приєднуватись до нас. Дякую. Это хорошая возможность для распространения информации, очень таких щепетильных, так сказать. Так как защита прав пациента не только в Украине, но и за границей очень важный момент. Я думаю, что современные технологии, вот таких вот коммуникационные, позволят расширить информацию, расширить спектр людей, приобщенных, возможно, к данной проблеме и получить какую-то важную для них информацию. Ну да. В принципе, ну, я не знаю, вопросы, которые у меня были подготовлены, закончились. Единственное, можно еще такой вот вопрос. Насколько у нас в Украине, может, есть какая-то информация, насколько подаваемые вот такие вот иски пациентами
которые пострадали от в результате халатности медработников, насколько такие вот иски выигрышные? Ну, может, есть либо статистика, либо... Ну, конкретных статистических данных, сколько конкретно исков по делам о нарушении прав пациентов, я думаю, что такой, я уверена, что такой статистики нет. Единственное, есть единый государственный реестр судебных решений. На сайте официального реестра можно ознакомиться с решениями судов по данным вопросам. И точно так же Европейский суд по правам человека, точно так же можно ознакомиться. В интернете вся эта есть информация. А конкретно сколько в Украине было обращений в суды по конкретным делам прав пациентов? Думаю, никто таких статистик не ведет. Самое главное, хочу сказать, что, да, конечно, нарушений много, но мы идем к тому, чтобы этих нарушений было мало. Поэтому многие общественные организации, обеспокоенные правами пациентов, проводят какие-то мероприятия, в том числе и мы. Я думаю, что и призываю каждого человека заботиться о своем состоянии здоровья. У нас не настолько много нормативных актов, которые регулируют эту сферу. Я думаю, можно почитать конкретно вот эти вот права, прежде чем идти или судиться, или вообще обращаться за предоставление медицинской помощи. Потому что здоровье человека, оно ценное, и каждый за него отвечает. Никто не будет беспокоиться о вашем здоровье, если вы сами о нем не побеспокоитесь. Ну, я знаю, что защита прав вот в сфере медицинского права не так много предоставляет юристов и вообще специалистов у нас в Украине. Это так? Опять же, точную информацию, там, статистическую я сказать не могу, сколько именно предоставляют. Конечно, любой юрист, который закончил юридический вуз, обязан знать эти нормы, но конкретно углубленным изучением медицинского права занимается не так уж и много в нашей стране. В частности, опять же, обращаюсь, вернее, акцентирую внимание на коалицию охраны здоровья проекта «Право Украины и Сибири», в которую вступили многие организации. Координатором является Синюта Ирина Ярославовна. Вот. Этот человек непосредственно, я считаю, эксперт в этой области. Она участвовала во многих разработках пособий для школ, для судей. Благодаря ей, как бы, такая отрасль права, как медицинское право, является самостоятельным предметом в изучении высших учебных заведений. То есть в ближайшее время можно надеяться на то, что в высших учебных заведениях будет введен отдельный курс по медицинскому праву. Так? Он уже введен, есть приказ об этом. То есть приказ есть, но еще пока. Осталось выполнить его, да? Да, осталось его. Мы выполнить. Будем учить наших врачей. Я думаю, что многие, исходя из тех тренингов, которые я уже провела в прошлые годы, то врачи и медработники сами заинтересованы в подобных мероприятиях. Потому что никому не хочется нести административную, гражданскую, правовую, там, трудовую, дисциплинарную и уголовную даже ответственность за то, что они не знают. А у нас незнание закона не является ответственным. Ну що, цікаво дуже було. Ну, в принципі, на этом вопросы у нас закончились. Я думаю, что если у кого-то возникнут отдельные вопросы конкретно по их делам или по делам своих близких, они могут обращаться либо непосредственно в фонд наш, либо в коалицию по охране здоровья USAID. И хочу еще раз напомнить, что это было программа «ПОДИ в третьем секторе». С нами сегодня были Сергей Сухобойченко, Институт развития креативных технологий и масс-медиа «Фатория»,
Жанна Эйберт, глава управления фонда объединения юрист в сфере медицинского права, и я, Юрий Антощук, собственно, зачинщик этого онлайн-мероприятия. Дякую, Юрий. Я надеюсь, спасибо всем, я надеюсь, что мы будем продолжать такие встречи и поднимать важные вопросы для общества и показывать наши возможности взаимодействия с людьми с разных точек страны. И я надеюсь, мы выйдем за границу. Выйдем. Запись данной встречи будет доступна, опять же, на Твиттере, на нашем сайте, на Ютубе. В любой момент каждый может обратиться к записи и посмотреть ее. Угу. Еще раз всем спасибо. До встречи. До свидания. Дякую за встречу.